Привет всем, сегодня у нас 9 апреля, снял я вот этот рычаг, вот, ну вот он стоит второй, вот здесь он у меня установлен был, вот в этом месте, вот, я его снял, также снял здесь вот этот вот рычаг, маятниковый, вот он тут стоит, и также снял саму вот эту штуку шлицевую, вот здесь шлицы, которые стояли на диске. Также вытащил вот такую вот штучку. Это я нарезал уже болгаркой шлицы. Вал у меня как раз по звездочке, вот по этой. Вот. И оно как раз вот так вот вставляется. Вот. Она у меня съемная получается звездочка. В любое время можно поменять звездочку по количеству зубьев и подобрать уже, какая лучше будет тянуть и какая нормальная будет скорость. Вот так она у меня устанавливается. Здесь будет установлено штопорное кольцо, прорезана канавочка. А здесь я буду устанавливать тормозной диск, который я снял вот с этого колеса. Вот он на трех болтах тут стоит. Ну вот эти болты. Буду вытачивать сюда переходную втулку вот под этот диск. И она у меня будет здесь вот так вот устанавливаться в это место. Также крепиться будет на эти вот болты. Потом я буду устанавливать сюда уже родной вот этот цилиндр. Вот он у меня, тормозной гидравлический, дисковых тормозов. Вот, так что я специально сделал вот этот рычаг, вот, съемный, чтобы можно было, как я уже сказал, снять вот этот вот рычажок, ну, маятниковый. И свободно подлезть к самой вот этой шестеренчатому узлу, ну, звездочке. Поэтому в раз я не хочу снимать. Как я уже показывал в предыдущем видео, если их вот так вот здесь приваривать намертво, то мне просто-напросто было бы не снять вот этот рычаг и не подлезть к этому узлу, вот к этому шестизвездочке. А так я спокойненько открутил, снял. Снял и спокойненько уже подлез. А если их в раз снимать, то вот эта рама, она больше ни на чем не держится. И она просто-напросто упадет на сам двигатель. И также двигатель может упасть туда вниз. Короче, провалиться все это может. А так оно держит одним рычагом. И спокойненько все ремонтируется. Привет всем, сегодня у нас 10 апреля. У нас на улице погода хорошая, но еще прохладно. Я продолжаю тут городить всякую фигню на этот трехколесный скутер. Можно, конечно, этого все не городить, но я делаю. Так, вытащил я, короче, вот на эту ступицу, на свой переходник, вот этот вот, где одевается звездочка, вот такой диск. На этот диск я вытащил вот такую фигню из трубы. Она будет одеваться вот так вот, на это место. Вот, здесь будут у нас устанавливаться барабанные тормоза. Вот она так будет одеваться, вот на это место. Вот, вставляться. И будут у нас там устанавливаться тормозные колодки для ручника. Вот, такая конструкция. Здесь у нас будет одеваться вот этот диск. Тормоза дисковые вот так вот. Тут все оцентровано, вот. Ну, посадочное место. И также вот эта шлицевая часть, которую я делал, здесь будет одеваться вот такая звездочка сменная. Штопорное кольцо будет стоять. И, короче, получилась вот такая конструкция. Вот. Здесь, короче, можно этого всего не городить. Просто сделать звездочку, так как тормоза есть на колесах. Но я еще буду устанавливать ручник вот на эти колодки, на родные сюда. И у меня еще вот этот диск. Тормоза дисковые, тоже с родным вот этим вот суппортом. Вот он у меня лежит. Чтобы его не отцеплять, не блокировать, я просто его сюда же и установлю. Короче, нагорожу я тут всякой кучей фигни. Собрал я эту конструкцию полностью. Вот, приклепал диск на заклепке. Вот они. Я не стал на болты прикручивать. На болты, на заклепке приклепал, и все. Также посадил звездочку. Вот, шпонка здесь. Ну, штопорное кольцо вот поставил.
все полностью. Сейчас все мне это дело осталось вот сюда установить. Вот таким образом. Вот. Ну, колодок пока нету, поэтому буду делать пока без колодок. Вот цепь одевается. И все буду собирать дальше полностью. Ну и до колодки поставлю. Ну, куплю, когда поставлю. А сейчас все пока буду собирать без колодок. Надо, чтобы он мне уже ездил.